В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД Бурятии задержаны предполагаемые преступники, совершившие 13 февраля разбойное нападение на АЗС, расположенную в километре от села Темлюй Кабанского района. Ранним утром злоумышленники вошли в помещение автозаправочной станции и, угрожая физической расправой персоналу, открыто похитили деньги в сумме более 230 тысяч рублей. Предполагаемые преступники – жители Улан-Удэ, мужчинам по 28 лет, один из них имеет собственный бизнес, не судим. Другой ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, в настоящее время не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Ранее судимый? Нет. А за что задержан? За ограбление заправки. В начале февраля. Какого года рождения? 87-го. Ранее судимый? Ну, условно, был. Сейчас за что задержан? По нападению на заправку. Мы вдвоем совершили там нападение. Сколько похитили? 230 тысяч, получается.